Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кайчи, рад всех приветствовать на своем канале. И у нас идет пасхальный месяц, точнее, у нас преддверие Пасхи, для этого нам нужно красить яйца, делать куличи. Куличи мы уже испекли, теперь осталось нам покрасить яйца. Сегодня мы с вами посмотрим три реальных способа, как покрасить яйца. Так что не переключайтесь, ни в коем случае не перематывайте. Досматривайте до конца, лайкуйте, подписывайтесь и погнали проводить замечательные, великолепные эксперименты.